Здравствуйте. В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях прямо сейчас. В студии Ирина Волкова. Сегодня еще у 43 жителей Чувашии подтвердились анализы на коронавирус. Итого, по оперативным данным, в республике 348 случаев заражения COVID-19, 5 летальных исходов. За последние сутки 12 пациентов выздоровели. В общем, за все время вылечили 29 человек. По данным Минздрава Чувашии, в отделении инфекционного стационара городской детской больницы номер 2 сейчас находятся 22 ребенка. Из них 12 с подтвержденным диагнозом COVID-19. Возраст детей от 5 месяцев до 17 лет. У большинства заболевания протекает в легкой форме. У двоих диагностирована внебольничная пневмония средней тяжести. Состояние стабильное, отмечают врачи отделения. По-прежнему самый эффективный метод предотвращения распространения коронавируса – самоизоляция. Жители Чувашии уже четвертую неделю живут в условиях режима повышенной готовности. Чем они занимаются в вынужденные выходные и чего им не хватает, выясняла наша съемочная группа. Четвертая неделя самоизоляции подходит к концу. На улицах города жителей по-прежнему немного. В основном их можно встретить в аптеках, магазинах и на остановках общественного транспорта. Почти все соблюдают меры профилактики, надевают защитные маски, перчатки, дезинфицируют руки. И все ждут окончания вынужденных выходных. На улицу охота. Только по справкам ходим же. И то, что соблюдаем 100 метров от дома, все. А ребенок тоже просится на улицу, поэтому пока не выходим. Не хватает свободы действий, потому что дома надоело уже на третий день, что-нибудь хочется делать. Делаем уроки. Что еще делать? Сейчас впереди майские праздники скоро. Что вы планируете? Дома сидеть? Придется дома. Иначе у меня теща, которая за 65, заражу, как говорится, опасность заболеть. Сейчас в сад нельзя, туда нельзя. Сейчас бы мы уже в саду были, там ковырялись. Приходится у супруги помидоры уже большие, их высаживать надо. Вот она все волнуется. Общения не хватает, вообще, в принципе, надоел дома сидеть. А вот какие-то сверхуслуги, парикмахерские, ногти и так далее, вам как с этим живется? Сами справляемся. Все, сами умеем за собой ухаживать. Я человек уже не молодой, но выходить на улицу мне нужно обязательно. И я в пределах дома, вот у меня буквально 200 метров от дома, я вот здесь и никому не мешаю, и мне хорошо. Скажите, пожалуйста, волонтеры до вас дошли? Что-нибудь принесли вам? Как служба работает? Вы обращались к ним за помощью? Я за медпомощью не обращалась, но почему-то моей подруге она никому не обращалась, к ней пришли, а ко мне нет. Мне 9-й десяток уже, я думала, придут. Ну, значит, не до меня. Каждый чебоксарец старше 18 лет может присоединиться к волонтерскому движению «Мы вместе» и оказать помощь нуждающимся. А пожилые горожане попросить о помощи по горячей линии 8 800 201 3260 26 11 11. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика. Утвердят ли проект поддержки для арендодателей? Снизится ли единый налог на временный доход? И как предпринимателям получить отсрочку банка? На самые актуальные вопросы по поддержке малого и среднего бизнеса в прямом эфире ответил министр экономического развития Чувашии Иван Моторин. В Чувашии малый и средний бизнес – это почти 8500 субъектов. По данным Минэкономразвития, потери бизнеса только в сфере потребительского рынка составят не менее 6 миллиардов рублей. Правительство республики пытается минимизировать убытки. Со стороны правительства страны и Чувашии принимается ряд нормативных актов. Большое решение со стороны президента Российской Федерации было принято по выплате заработной платы в минимальном размере, опять же, по пострадавшим, ну, вообще в целом по предпринимателям. Сейчас уже даны разъяснения, и тоже у нас на сайте Министерства экономического развития они имеются, что можно подать с 1 мая будет соответствующую в налоговую заявку, она будет обработана, будет составлен реестр, и уже через казначейство федеральное будут осуществляться выплаты. За час прямой линии поступило около 70 вопросов. На большую их часть удалось ответить сразу. В основном они касались грантов на зарплату для ИП, просьб об отмене арендной платы торговых центров, открытия салонов и парикмахерских. Все вопросы рассмотрят в ближайшее время и ответят заявителям. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. В питомниках республики сейчас горячая пора, идет работа по севу лесных растений для лесовосстановления. Твердолиственные и хвойные породы деревьев. Всего 300 тысяч саженцев готовят к посадке и в Табурдановском питомнике Канашского района.
Ели лиственницы сосны. Двухлетний молодняк уже готов к новоселью. Совсем скоро этот зеленый десант высадят в леса. Молодняк пойдет на восстановление тех участков, которые наиболее пострадали от природных катаклизмов. Здесь мы выращиваем сосну, ель, лиственницу, липу, дуб, ну и кустарниковые породы для озеленения, тую маленечко тоже выращиваем для озеленения. Ну, ежегодно мы где-то порядка 300 тысяч стандартного посадочного материала получаем. Сейчас хвойные семена будем сеять, лиственницу, сосну, елку. Ну, как заметили, дуб и липу мы высеваем осенью. В каждой связке по 50 штук. В этом году партии сеянцев готовят заранее. В прошлом году в питомнике вырастили около 200 тысяч штук стандартного посадочного материала. В этом план выше, на 100 сеянцев. Специалисты отметили, что с каждым годом площадь лесовосстановления увеличивается, как и растет потребность в посадочном материале. К тому же по погодным условиям в республике лесокультурные работы стартовали раньше обычного и, возможно, пройдут сжатые агротехнические сроки. Наталья Мальчикова, Надежда Яковлева, Бахтияр Велиев, Республика. Это главные новости к этому часу. До встречи.